сожалению, в городе Рихвузуе все немножко протекает. Я каждые 5 минут на связи с начальником полиции. Наши граждане почему-то думают, что если у них больничный, значит можно жить как хочется. Я уже сегодня 3 отправил служебные записки для того, чтобы принимать административные меры, вплоть до уголовных. Когда это обычные граждане, это одно. Но когда руководители предприятий у нас в городе, вернувшись из рубежа, позволяют тебе пойти на работу, именно позволяют. Понимаете, они не думают о том, что есть другие люди, которые могут просто инфицировать. И как с этим бороться, я пока не знаю. Я понимаю, что уровень самосознания. И нет у нас статьи уголовной пока. Но административная статья есть. И сегодняшний вот эпизод 65+, я не очень представляю вообще, что сейчас мы сделаем. То есть мы каждому пытаемся донести, что человек должен самоизолироваться, вплоть до общения с родственниками. Понимаете, что это не то, что не всегда работает, работает на 10%. Но если люди вот так безалаберно гуляют в парках, сегодня Геннадий Олегович принял решение, парки будут закрываться. Гуляют, ходят, где-то сидят, кафе закрываются. Все будет закрыто. Промышленная, тот, кто торгует промышленными товарами, будут закрываться. Только продовольствие, аптеки и жизнеобеспечение. Указ президента.